Строительство атомной электростанции поможет привлечь в нашу страну значительно больше иностранных инвестиций, считают эксперты. Сейчас же, говорят специалисты, возможности роста казахстанской экономики сильно ограничены из-за недостатка стабильной генерации электроэнергии. Уже были случаи, когда какие-то наши крупные комбинаты или иностранные инвесторы приходят в Казахстан и хотят здесь развернуть свои производства, но получая тех условия, которые не отвечают их запросам, они просто не могут развивать эти проекты дальше. То есть для энергоемких производств необходим стабильный, надежный источник энергии и в довольно больших объемах. Таким стабильным источником энергии эксперты считают атомную электростанцию. Поэтому ее строительство в Казахстане необходимо для запуска новых крупных производств. А это значит, что те инвесторы, которые раньше не открывали свои заводы из-за недостатка стабильной энергии, смогут это делать только тогда, когда в нашей стране появится АЭС. При этом отечественная экономика выиграет не только от притока денег из-за рубежа, но и от создания новых рабочих мест для казахстанцев.